Всем привет! Мы на канале «Счастливые дети». Сегодня мы будем делать пластилин. Да, всем привет! Сегодня мы будем делать пластилин. Вот мы что сделали. Домашнюю песочницу. Да, у нас есть уже одна домашняя песочница. Диана, покажи. Ее мы покупали. Там у нас прям песочек. Мы уже про него видео снимали. Покажи поближе. Такой вот песочек у нас здесь. Вот. На боди поверни. Да, вот. Такой вот песочек у нас в контейнере. А сейчас мы будем делать песочек сами, да? Да. Вот этот цвет мы уже сделали сегодня. Вот такой у нас голубенький, синий получился. Очень мягкий, очень удобный. К рукам не липнет. Хороший прям такой у нас получился. Масса для лепки. Еще у нас есть вот такой вот синий, да, то есть зеленый. Какой еще? Вот этот. И вот такой вот розовый. Да, Диана? Да. Да, вот. А сейчас мы вам покажем, как мы решили сделать еще один, да, песочек. То у нас будет не песочек, а называться тесто для лепки. Да? Да. Надо соль ложить и муку одинаково. Да, вот у нас по полстаканчика. Полстаканчика и соли. И воды берем. Вот это все смешиваем. Воды мешаем руками и воды добавляем. Да, чтобы у нас получилась вот такая вот масса, да? Не переборщить воды. Да, самое главное не переборщить воды, чтобы жидко не получилось. А вот такая краска. Какой мы будем цвет делать, скажите? Желтый. Да, и мы вот используем желтую гуашь. У нас вот чуть-чуть мы здесь взяли, добавили, положили сразу же готовую желтенькую гуашь. А этих есть места. Да. И вот теперь в контейнер мы добавляем муки, полстакана соли, да, Даня ложит полстакана соли, муки. Полстакана муки. Теперь нам нужно воды добавлять по чуть-чуть, да? По чуть-чуть. Так, все, мешай. Мешай. Как тесто. Много не добавляй, сначала посмотри, потом если еще нужно будет, добавишь. А я вот это буду. А ты, да, положишь туда краску. Краску. И буду перемешивать там. Да. Там у нас Данюша. Данюш, как получается? Дай маме. Хорошо. Я вам поближе покажу весь процесс, что там получается у Данюши. Данюша получается такая вот масса. Прям хорошая масса у меня получается. Все, уже можно воды больше не наливать, Данюш. Все, воды больше не нужно наливать. У тебя получится слишком жидкое. Чуть-чуть. У нас Даня занят творчеством. Как каша налажена. Диана, пока вот мы вот взяли, у нас был один такой вот контейнер, мы хотели вот именно в такой же форме. Потом завтра еще купим контейнеры, да? Мы вот не знаем, сколько будет храниться, конечно, у нас такое тесто для лепки. Но чтобы оно у нас не высохло, мы положим его вот в такой вот контейнер. У нас один есть, завтра купим еще, да, контейнер? Там морковка лежала. Да, морковка лежала. Вот, мы положим сюда один цвет. Вот. И он у нас будет там лежать. И можно взять ведерко и перенести на бегание. И там бегать, а мне нужно. Да, вот, держи. Такое тяжелое бегание. Да, но мы сейчас другие контейнеры сложим, а потом завтра купим такие же, да, одинаковые контейнеры, чтобы нас красиво было. Потому что у нас пока... У нас вот, мы хотим, вот, чтобы у нас вот так все аккуратно было сложено. Здесь Диана у нас, конечно, смешала пластилин в разные цвета. Вот у нас в таком вот контейнере продавался наш песочек для лепки, домашней песочницы. Такие же вот купим и положим наше тесто. Ну что, Данюш, у тебя там получилось уже? Да. Ух ты, у Данюши получилось уже... тесто для лепки. Покажешь, Данюш, нам?
Вот такое вот тесто получилось, да. А теперь нам нужно его покрасить, как мы хотели, да? Для этого мы берем желтую гуашь, немножечко прям совсем. И начинаем прям интенсивно перемешивать, чтобы цвет у нас на весь пластилин разошелся по всему пластилину. Покрутила. Да, пластилин это или тесто для лепки, или масса для лепки, или домашняя песочница. Хоть как можно называть, да? Покрутила. Кинетический песок. Мешай, мешай, хорошо. Можешь вот эту уже посуду убрать. Прям на столе мешаем. Оно будет клёвым. А, ничего страшного. Вот, хорошенечко перемешиваешь. Да. Ничего, не... Дианочка, у нас уже что-то там лепит. Диан, покажи, что ты там делаешь. Диан, не видно нам, садись, нам не видно, покажешь. Садись, садишься. Вот. Ух ты, Диан, что у тебя там, лепёшечка? Нет, а можно вырезать цветочек, да? Давай вырежем цветочек и без теку дать? Да. Сейчас, пока Даня у нас будет нам делать желтенькое тесто для лепки, мы будем с Дианой вырезать цветочек. Вот Данюша начал делать, а немножко, наверное, желтого не хватило, да? Да. И мы взяли еще гуашь. Маш, Маш, попробуй помешай, потом, если не хватит, еще добавишь. Должен получиться у нас прям яркий-яркий цвет, потому что он такой вот желтенький используем. Яркий, не знаю, видно, нет? А как вот эти пластилины? А Диана у нас там уже сделает цветочек. Она взяла бокал. Как вытащить? Давай помогу. Дань, ты мешай хорошо. И вот, вырезала у нас вот такой вот из розового теста кружочек. Сейчас мы его вытащим. У нас пазли спрятался, вот такой получился. Теперь Диана будет вырезать лепесточки, да? Да. А как надо делать? Мы все искали стек, у Дианы столько много стек, но она постоянно все перекладывает, у нас любит лепить. И мы сейчас не нашли. Мы нашли бы, если бы долго искали, да? Просто у нас сейчас нет времени, как поэтому Дианочка будет делать с помощью линеечки. Как надо делать? Вот так вот прям вырезать. Так, раз. Так. И вот так. И вот эту вот лишнюю часть убираем. Давай, Диана, всем покажем, как ты будешь делать. Вот так вот Дианочка будет делать. Так, а теперь вот здесь, да. Можешь чуть-чуть подальше сделать, чтобы они не развалились. Так. И вот с этой стороны. Да, сама делается. Нажимай. Такой цветочек красивый получается. Вот. Красиво получилось. Молодец. Делай. Данюша, уже тесто почти готово. Да. Ну как, Данюш, получается? Чуть-чуть. А два куска порезалось. Да? Да. Вот так, два куска. Хватает, Данюша? Краски хватает? Я такой цветочек. А Дианочка у нас уже сделала цветочек. Красиво. Лепесточек сделаешь, тоже колбасочку скатай. Вот сюда положи. Два лепесточка. Ой, лепесточка, два листочка. У цветочка есть листочки зелененькие? Да. Сделаешь? Давай. Так. Вот можно сделать такую работу, а так как это тесто с солью, потом можно положить на противень, включить духовку и немножко подогреть это тесто, и тогда оно получится твердым, и получится красивый цветочек у нас, да, Диана? Он застынет тесто, и будет красивый цветочек. Сделаем так сегодня? Да. А завтра ребятам покажем, да, что у нас получилось. Так надо кусочек. Да, можешь разделить на два, будет два лепесточка.
Ну вот наш цветочек уже готов. Наш пластилин для лепки, тесто для лепки, или как еще можно назвать, кинетический песок, готов. Рассказывайте, какие у вас цвета получились? Зеленый, желтый, розовый и желтый. Да, и желтый по порядку, да? Желтый, зеленый, синий и розовый. Да. Да, и вот такую вот у нас красивую картину Диана слепила. Картину красивую слепила. Что здесь, Диана? Цветочек, да? Да. И солнышко. Солнышко вот из такого вот разноцветного теста. Да? Да. У нас красиво получилось. Еще мы вам хотели показать наш новый стол угловой. Диана под него прячется, любит прятаться, да, Диана? Вот он у нас занимает все место окна и вот одну стену, такой вот высокий. Здесь Диана, Данюша будет с Дианой складывать свои учебники, игрушечки. Ну что, Диана, Данюша, говорим всем пока. Пока-пока. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, на наш канал. Да. Всем пока-пока. Молодцы. Пока-пока. Мы вас любим. Мы вас любим. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Ставьте лайки.